ЧП в Приозерске. В военном городке в жилом доме на стене трещины. Жильцы бьют тревогу, а местные власти пытаются их успокоить. Экстренно покинули жилой дом около 100 жильцов. Об этом нашим корреспондентам сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства города. По информации отдела, вечером в минувший четверг в Приозерске в девятиэтажном доме номер 11 по улице Космонавтов начала осыпаться штукатурка и образовались глубокие трещины между 7-м и 9-м этажами. Дому уже более 30 лет. Он был признан аварийным еще в августе 2011 года. По информации отдела ЖКХ, все 96 жильцов дома эвакуированы во временное жилье. Аварийная девятиэтажка в настоящий момент оцеплена полицейскими и сотрудниками управления ПЧС. Жертв и пострадавших нет. Идет распределение жилья временно, чтобы их заселить. Временное жилье, там есть, существует новый дом, вот он будет построен. Временно вроде так, такая обстановка. Потом уже рассматривается вопрос, где-то другие квартиры коммунальные там будут выдаваться. Сейчас просто есть дом, куда можно их заселить. Дополнительно будет дополнительная бюджетная заявка на дополнительное финансирование, на демонтаж. Наши корреспонденты выехали на место события. Уже в следующих выпусках новостей более подробная картина. Не пропустите новости на нашем телеканале.